мы пересекаем Крестовый перевал. В этом месте уже находимся. Ага. Самая высокая точка между Европой и Азией. Чувствую, отлично. Ну да. Сколько нам еще по времени приблизительно летать? Минут, сейчас скажу, минут 13. Короче, можем сократить, просто подняться и назад, если хочешь. Давайте сокращать, потому что для первого раза мне достаточно будет эмоций. Если под укачку, это самое экстремальное просто, что я делал в своей жизни. Без проблем, скажешь. Сейчас немножко выбираюсь повыше и назад. Я понял. Сейчас, хорошо.
или 5 сядем. Уже будет мягко, мы туда-сюда не двигаемся.